детей надо перевозить в детское кресло. У меня два кресла. О, тем более. Вот видите, до 12 лет. Если в машине маленький пассажир в возрасте от 7 до 11 лет включительно, то перевозить его следует только с использованием детских удерживающих устройств. Об этом водителям напомнили сотрудники окружной госавтоинспекции. На вокзальной улице в Одинцове инспекторы провели совместный профилактический рейд «Детское кресло» вместе с коллегами из 10-го батальона. Общаемся с водителями на тему перевозки детишек. Они должны быть пристегнуты ремнем безопасности, находиться в детском кресле. Вот. Также в преддвериях летних каникул постоянно предупреждаем, что родители должны быть начеку, постоянно контролировать перемещение своего ребенка в автомобиле. В ходе рейда сотрудники госавтоинспекции раздали водителям специальные памятки и световозвращающие элементы для детей. В округе подобные профилактические мероприятия проходят регулярно. Екатерина Крамер, Артем Ломоносов, телекомпания «Одинцова».